Всем привет, это FreeStudio21.com. Перед нами продолжение образования прилагательных от глаголов. И я сейчас постараюсь вспомнить и перечислить все суффиксы, характерные для прилагательных, если они образованы от глаголов. Итак, первый, который уже у нас был, он попадался, и это был характерный суффикс для образования от существительных, но он также используется при образовании от глаголов. Это able, и у него есть двойник able, почти то же самое. А далее у нас также будет and, вот такой интересный, ate, тоже характерен для прилагательных, и еще ave. Вот такой. Ну а теперь я попробую хотя бы несколько примеров дать на эти суффиксы. Я не уверена, что я на все смогу. Наверное, не смогу, но как бы то ни было, попробую. Итак, act. То, что я точно знаю, что есть. Active. Active. Кстати, вы можете делать следующим образом. Если вы имеете глагол, попробуйте поставить один-два суффикса возле этого глагола, а потом проверить себя по словарю или по Google переводчику. Он вам, если он найдет вам перевод, значит, есть такое слово в природе. Если не найдет, ну, значит, sorry, значит, его нет. Итак, active, act, действовать, active, активный. Так, вот он, if. Далее, что я еще сюда могу? Допустим, слово believe, верить, believe, верить и believable, believable. Вот вам, пожалуйста, вот такое. Вот он. Далее, что еще может быть? Depend, зависеть, dependent, зависимый, dependent. Вот оно. Так, ну и, наверное, больше я ничего такого и не вспомню. Посмотрим упражнение, посмотрим, что мы имеем. Итак, Charlotte comes from a respectable, скорее всего, family. Her father is a doctor and her mother is a math teacher. Значит, Charlotte происходит из уважаемой семьи. Ее отец врач, а мать учительница математики. Да, здесь respectable. Respectable, уважаемый. От respect уважать. Respectable. Вот таким образом будет. Вот суффикс. Едем дальше. It was very considerate of you to lend me your umbrella yesterday. Вы были так внимательны ко мне и дали мне вчера зонтик. Это недословный перевод. Если дословно, будет очень так это странно. Это было очень внимательно с вашей стороны. Или заботливо с вашей стороны дать мне вчера зонтик. В любом случае мы так не говорим. Поэтому здесь будет considerate. Considerate. Внимательный. От слова consider. Принимать во внимание. Вот такая интересная штука. Вот наш суффикс ate. Едем дальше. Even though they are brothers, they have completely different ideas and beliefs. Несмотря на то, что они братья, у них совершенно разные мысли и убеждения. Different. Different – это разный. Different. Мы все слово это знаем. Иногда люди не знают слово differ – отличаться. А different знают все. And – суффикс. Далее. The shopping center is easily accessible for people on in wheelchairs. Торговый центр легко доступен для людей на инвалидных колясках. Здесь у нас будет accessible. И писаться он будет вот так. Accessible. Это то же самое, что able, только здесь able. Вот такое. Далее. The company made Jim such an attractive offer he couldn't refuse. Компания сделала Джиму такое привлекательное предложение, что он не смог отказаться. Итак, у нас слово attractive. Attractive. От слова attract – привлекать. Attractive. Привлекательный. Вот оно. Accessible. Доступный. От слова access. Доступ. Different. Разный. От слова differ. Отличаться. Considerate. Заботливый. Внимательный. От слова consider. Внимание.
Respectable – уважаемый, от слова respect – уважать. Вот такая штука. Вроде бы ничего сложного, а тем не менее, опять же, мой вам совет, я не устану это повторять. Запишите себе эти суффиксы, запомните, что это суффиксы, характерные для прилагательных, которые образованы от действия, от глагола, и будет вам счастье. Пишите комментарии, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.